Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня будем токарить. Недавно я приобрел вот такой вот токарный станочек фирмы Белмаш. Пробовал я точить всякую различную мелочевочку, там пару шкатулочек. Сегодня попробуем также, можно сказать, экспериментальное точение. Есть у меня вот такое вот бревнышко, по-моему, яблоня. Уже потрескано здесь немножко, но опять же говорю, экспериментальное точение. Попробуем что-нибудь выточить из этого. Сразу скажу, критику принимаю, потому что занимался последний раз этим довольно-таки давно, еще в школе. Да и занимались там, грубо говоря, выточили пару скалок и все. На этом курс, можно сказать, обучение был закончен, и больше мы ничего не делали. Поэтому сегодня будет как бы экспериментальное точение. Попробуем что-нибудь выточить. Давайте приступим. Thank you.
Друзья, бывает и вот такое. Он вылетает, заготовка. Сейчас здесь спилю, опять поставлю в центр, отшлифую. Вот так вот. Здесь немножко бьет, потому что центр чуть не попал. Сейчас, в принципе, маленькие обороты. Шлифуем. Взял сейчас крупную наждачку и буду постепенно переходить на более мелкую. Так, покрою сейчас все это маслом. Масло наношу побольше. Сейчас все это впитает, а потом еще сухой ветошью полирну. Итак, вот что у нас получилось в итоге. Грубо говоря, я назову это вазочкой, да, хотя здесь у меня и отверстия в принципе нету. Но сама форма мне очень понравилась. Также текстура выглядит очень красиво. Я два раза покрывал маслом. Сейчас поближе поднесу. Вот как видите, текстура очень классная, да. Ну, думаю, на первый раз в принципе, нормально получилось. Также напишите в комментариях, что вы по этому думаете, какие советы дадите, потому что точил последний раз, говорю, в школе, и то там было пару раз, поэтому мы учимся. Не знаю, конечно, как для первого раза, я думаю, нормально получилось. Что касается станочка, сюда хочу прикупить патрон, чтобы, допустим, когда у вас будет заготовка, допустим, на планшайбе, также можно будет просверлить по центру отверстия. Допустим, сверло закрепили и просверлили. Также еще в ближайшее время хочу приобрести патрон. Да, по цене кусается, конечно, там даже самые дешевые они стоят, в принципе, нормальных денег. Но все равно столярки это нужная вещь, ее нужно покупать. Ну и также хочу попробовать взять эпоксидку, что-нибудь с ней замутить. Во-первых, хочу попробовать точить тарелки. То есть сейчас вот куплю патрон и попробую что-нибудь из посуды точить. Пока нет патрона, буду стараться что-то такое маленькое точить. В принципе, я думаю, получается. Ну, на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, свои советы. Все прочитаю, всем отвечу. Всем пока, до новых встреч.